В случае победы на предстоящих президентских выборах в США, кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон, Украина может получить летальное оружие. Такое мнение в эфире украинского телеканала 112 высказал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. От того, кто будет президентом США, зависит очень много. Я надеюсь, что президентом США станет Клинтон. Думаю, она будет держать жесткую позицию в отношении России и Путина и продолжит курс на поддержку и защиту государственных интересов Украины. Убежден, что во время президентства Клинтон Украине может быть предоставлено летальное оружие. Отметим, что Киев регулярно обращается к США с запросом о предоставлении летального оружия, но всякий раз получает официальный отказ. По словам секретаря Совета по национальной безопасности и обороне Украины Александра Турчинова, западные партнеры придерживаются принципа, что русских нельзя злить.